Привет всем, это снова Игорь. Наконец-то сбылась моя мечта детства. Вышла игра Лига Справедливости для компьютера, но на самом деле это порт от консолей. То есть отпадает уже, видимо, в будущем вообще отпадет надобность покупать консоли, потому что все игры портируют на компьютер. Компьютер лучше. В общем, для этой Лиги Справедливости музыку все слышит из детства, да? Всегда мечтали узнать, кто же сильнее, Супермен или зеленый фонарь. Ой, вот и Бэтмен или зеленый фонарь. Супермен или марсианский охотник, марсианин, или Флэш. Что, кстати, даже есть чудо-женщина, вон Wonder Woman. Бэтгерл и женщина-кошка. Так, мы хотели всегда выяснить. Например, давайте Бэтмен посмотрим. Я думаю, на чем я остановился? Нет, про что я начал? Тут, кстати, вот много костюмов. А, да, скоро отпадет надобность покупки консоли, потому что портируют игры, постепенно портируют игры по происшествию, просто время будет. Вот те же я покупал Xbox 360 ради Samurai Spirit Zen. Ну кому какие игры нравятся, мне Samurai Spirit нравится, файтинг, 3D, Samurai Spirit Zen, вот, у меня оно записано там, оно теперь тоже портировано на компьютер, постепенно портируется, просто нужно время. Консоли просто это опережает, потом, ну, то есть выходят сперва игры на консолях, а потом уже на компьютерах такие вот там, файтинги. Это напоминает Mortal Kombat, кстати, файтинг. Сейчас мы, ну, 2D, 3D покупают. Давайте начнем с Бэтмена, самое главное, как же я любил смотреть этот сериал. Ну, я любил и Лигу Справедливости смотреть, и Бэтмена. Бэтмена, вроде, Супермена мы не будем ставить, это банальщина Супермен. Вообще, читерно летает. А вот против зеленого фонаря, например, можно Green Lantern. Всегда мечтал иметь возможность. Green Lantern. Давайте на легком, потому что играю первый раз. Так, это у нас 100 уровней, что ли, какие-то. Атлантида, вау. Вот этот уровень выберем. Сейчас будем учиться вместе с вами. Лига Справедливости. Помните, сериал, как же я любил его смотреть. И Бэтмен, о, неплохая такая графика. Вот она. Темный герой, темный рыцарь, Бэтмен. О, да, это зеленый фонарь. Я тебя ждал, Бэтмен. Ну вот и выясни, кто из них сильнее. Выясним, я еще ничего не умею. О, фига, я умею. Это скорпионский какой-то прием был. Так, а комбосы есть в этой игре? Есть какие-то. О, отлично. Ой, офигеть, я уже сделал комбос. Я еще не только зашел в игру, ничего не умею, а лучше что-то сделал, кажется. Ах, бля, это что-то. Переброс. Отлично, скорпионский удар. Ну, какие-то себе плены делали, попали тоже. Можно позу подпрыгнуть. О, летать можно даже. Бэтмен, такая штучка. Так. Нет, не, все можно. Ладно. Как интересно делать фаталити? Я просто видел видео, откровенно. Это я делаю пошутку, я сначала. Стримы видео. Все нас проверяем, как говорится. Фонарь меня порвёт, но сложно сейчас. Мне детство. О! Чё делать? Зэн нажать. Я так напоминаю, из Наруто Шипуди, но это ещё два драки. Кто кого перебьёт? Потом трюки. Да, я комбо получил. Ну, как, ну, помню, но... Бэтмена особых способностей это не было, все правильно. Ну вот это щит у него есть. Ну, как делать супер трюки, кто представляет? Есть тут супер трюк, я пойму, фаталити, просто графики. Все, Бэтмен побеждает. А кто бы сомневался? Это моя судьба. Голубят мир от зла. Бэтмен.
Да, как же я люблю эту игру. Ладно, всем пока, играйте все в Лигу Справедливости.